И еще о связи. В регионе запускают пилотный проект по созданию общественной сети Wi-Fi. Ее сначала планируют сделать в Нарьян-Маре и поселке Искатели, а уже затем и в других населенных пунктах региона. Таким образом, любой человек сможет получить доступ по интернету ко всем ресурсам государственной власти. Впрочем, дополнительно каждый пользователь, перед этим зарегистрировавшись, будет получать социальный пакет трафика 500 мегабайт в месяц. Фильм, конечно, не скачать, зато этого хватит, чтобы посмотреть, к примеру, почту или почитать новости. Бесплатный интернет в первую очередь заполнит все социальные учреждения, объекты, которые посещают много людей. А затем дойдет очередь и до учреждений культуры, и даже площади Марацея. Не исключено, что сеть Wi-Fi распространится и в жилые дома. В общей сложности планируется, что уже в следующем году социальным интернетом будет покрыто 90% территории Нарьян-Мара и поселка Искателей.